Всем доброго времени суток! Дорогие друзья, сегодня у нас 10 октября, и как вы знаете, совершенно недавно появилось много очень интересной информации от компании One Life One Coin о том, что стартует промоушен с 1 октября. Он был объявлен официально по новой стратегии. Новый промоушен, он называется Super Split. Вот сейчас я вам покажу расчеты этого Super Split'а и даже суперсплитов. А на многие вопросы, которые вы задаете нам, мы сегодня также ответим. Чем выгоден этот суперсплит? Какую выгоду мы получаем? После запуска нового блокчейна компания представила отличную возможность для всех наших партнеров. Следующий сплит будет суперсплитом. А это означает, что все токены в следующий раз пройдут двойной раскол умножения на 4 раза от суммы токенов, имеющихся на вашем аккаунте. Например, если вы приобрели пакет стартер за 140 евро, у вас на счету 1000 токенов, после суперсплита, который ударит в барометр на отметке 100%, скорее всего он будет в конце октября, вы будете иметь 4000 токенов. Обратите внимание, что суперсплит не будет считаться как два сплита. Данный сплит принесет перерасчет, основанный на данном примере, который я вам только что озвучил. Можно смело сказать, что это будет очень большой сплит, в котором будет еще три сплита, и он случится всего лишь один раз, увеличив ваш капитал. Это информация от компании. Поэтому обучаемся, ничего сами не придумываем, хотя изобретение я приветствую, это замечательно. Читаем информацию на почту от компании, когда она приходит нам в чатах информационных вместе с командой, а также на YouTube-каналах квалифицированных партнеров компании One Life One Coin. Ну а сейчас будет самый интересный пример при разных стратегиях. Итак, я взял стратегию 2 сплита. Они включают себя в два сплита, потому что эти пакеты объединяются. 110 и 550. Такая стратегия остаточно очень интересна. И при этой стратегии мы получаем два сплита. И первый сплит, он будет суперсплитом. Он будет в конце октября, мы предполагаем. И тогда мы получаем 6000 токенов на данный момент после суперсплита. А теперь давайте рассмотрим подробно, как написано в правилах. Мы умножаем на 4 после сплита, то есть 4000 токенов. Давайте посмотрим, что у нас получается. И у нас получается, то есть, первый сплит мы имеем наши 6000 токенов, превратятся в 24000 токенов. Сплит, который умножает эти токены на 2, это будет второй сплит, он не имеет отношения к суперсплиту. И мы получаем 48000 токенов. И только когда случится второй сплит, мы отправим их на майнинг. Ну а как понять, когда будет второй сплит и как часто они происходят? Происходят они раз в месяц, может быть полтора месяца, но мы ожидаем второй сплит примерно в декабре этого года. Что дальше мы будем делать, когда случится второй сплит? Все очень просто. Вам нужно будет отправить ваши токены на майнинг. И ваша задача это сейчас подсчитать, сколько прибыли вы получите при стратегии данных сплитов. Берете 48 тысяч токенов в вашем кабинете вместе с калькулятором, с хорошим кофе, с отличнейшим настроением. Множите цифры, это будет ваш актив. Это никак не инвестиция, которая платит ежедневно проценты, имейте в виду. Есть биржа, которая внутри позволяет вам проходить обучение, подготовку к основной бирже, тренинг, где вы понемногу сможете продавать ваши коины, смотря на в каком пакете вы находитесь. Стартер 12 евро, трейдер 12 евро, протрейдер 36 евро, ежекути фитайкун 60 евро, премиум и все высшие пакеты 120 евро в сутки. Биржа работает 5 дней в неделю. Вы считаете вашу прибыль. Данный пакет с стратегией 110 и 550, основная его прибыль 6000 евро в ближайших 6 месяцев. Мне кажется, неплохо вывести 6000 евро, но сколько денег у вас в голове? Вы думаете, как бедный или богатый?
Подумайте над этим. Подумайте над тем, когда цена станет 25 евро, и эта сумма превратится актив в 15 тысяч евро. Подумайте над этим, опять же, насколько вам нужны эти деньги. Думайте над стратегиями, и все станет довольно-таки интересно. Ну а сейчас мы рассмотрим стратегию партнеров. Она для них очень любимая стратегия. Это пакеты 110, 550 и 1100. Они объединяются в один пакет. Они активируются по очередности. Ну что ж, первый сплит. Мы получаем 16 тысяч токенов. Умножаем их сразу на 4 суперсплитом. Получаем 64 тысячи токенов. Когда получили суперсплит, не ставим на майнинг, ждем еще 2 сплита. И что же произойдет, когда будет еще 2 сплита? Ну, в итоге мы получим огромное количество токенов. В целом, в итоге, мы получим 256 тысяч. Примерная сложность, предполагаемая нами, будет 95. Тогда посчитайте. Возьмите калькулятор, снова кофе. Сколько будет у вас актива? Я специально не тараторил это видео, чтобы было время подумать. Подумайте, второй сплит, ноябрь 2016-го, токен 128 тысяч в совокупности с вторым сплитом. Но у вас на аккаунте будет 3 сплита, третий сплит приблизительно в декабре даст вам 256 тысяч. Даст вам 256 тысяч токенов. Ставим на майнинг. Предположим, сложность добычи будет в декабре 95 токенов. Считаем выгоду наших сплитов в данной стратегии. 256 разделить на 95. 2694 коина. Прогнозируем цену к концу января 10 евро и получаем 26 947 евро. Подумайте, сколько вы инвестировали, сколько актив вы создали. А что, если монета будет стоить 25 евро за одну монету? 67 тысяч евро. Это, поверьте, не уж большие деньги, но для кого-то это жизнь миллионера. А что будет, если курс будет 50 евро? А что будет, когда вы окажетесь на основной бирже? Подумайте над этим. В ближайшее время мы запускаем обучение One Academy. Также работаем над квалификациями Сапфир, Рубин и Изумруд. One Life Network. One Coin. Мы обучаем финансовой грамотности криптовалюты. Как сегодня делаются деньги и зачем нужна эта криптовалюта? Мы являемся важной составляющей будущего платежей. Если вы заинтересованы в предложении создания прибыльного бизнеса, и начать работать на себя и создать свое дело, хотите научиться всем премудростям ведения бизнеса в интернете, добро пожаловать в команду One Dream Team. Поможем, обучим, поддержим. А сегодня с вами был Виталий. Увидимся с вами на следующих видео, а также выпусках. Скорых встреч. Пока-пока.